Почему нельзя бинокль использовать? Обновились метки. Метки обновились. Но метки не точно, они с радиуса 500 метров там рандом. Ну понятно, значит одни на высоте, а вторые на бак. Только вы это, меня не бейте. А что, мы влетаем что ли, стреляем? Я же пофиг вообще. Просто крутить, давайте там. Потом займемся, да? Серьезно? Чувствую, меня сейчас убьют первым. Уничтожайте ее, один человек ее смотрит, здание там рядышком. Ты поздно сиди в машине. Да я и так сижу, я с дроном пока летаю, тут смотрю все. Где человек? Уже съебаться, наверное, успел. Да, в доме, наверное. В доме в окно крайне раз. Ну-ка даже дальше. Я нашел вторую газельку, там остальная пехота. В какой стране стремись? Оставшаяся часть пехоты возле этой машины. Я пока сброшу управление ППЛА, пойду к вам. Вижу газельку, уничтожаю. Просто выносите, да, газельку одну выносите, просто в строй поедем. С чем такое? С сечелом на банке. Просто подойдите, установите у кого-то сообща. Давай. Базар, куда ты вылез со своим ПМ? Может РПГшкой жахнуть по машине? На. Ну ты и колеса только собьешь. А чё, так оно неуязвимо? У меня РПГ. Ну, у меня там 80% останется здоровья. У меня сэчел, я иду сейчас за руку. По машине у нас есть РПГ было. Колеса на месте? Наша машина вроде нормально, лол, в плане. Но она не банка там, походу. Да, я. Кто старался? Где-то по машине. Не я. Враг. Заминировал. Все в любви. Опа, у меня работа. Да. Это, короче, южный. Отказили, все отказили. Ранен сильно, правый рук. Газельку взорвали? Все, готово. Так, я вижу, вы его убили, да, этого пехотинца? Да. Собирайтесь в машину, я метку дал, где сейчас они стоят на газели. Сейчас я вылезу из управления, сажусь в машину. У меня все чего больше нет. Понял. Так, машина взорвана, правильно одна? Там вообще, там два сетчева должно быть, это я значит. О! Паша, а что это? Они ж убили его. Ну, не знаю, может он ранен был. А кто мне может объяснить, почему РПГ вообще не взяла ваши машины? Ну, бронировано. А, тут Хатаб со зверем в одной и той же позиции, я понял. Не, я просто пришел потом туда, как бы, и двоих там возле тигра я положил. А, и там один Келлиган, что ли, живой стал? А, походу. Не, вон грузовик уезжает, да. Гонза укатывает на нем. Я выстрелил по машине, думаю, блядь, возьмет, ага. Конечно. Ну только я не знаю этот самый, найдет ли сейчас Датус мой труп, потому что я к машине подбегал. Там БПЛА взять меня. Ну, нам эта рука нас лечить уже не надо. Не, на клапан смотрит, что. Ну-ка, вот он бы за тебя бы снял бы этот
Ну там я маршрут накидал, как бы пчела сейчас пролетает над Келлиганом, и дальше она по маршруту идет на возвратку по горам. Слушай, ну прикольно. Это я двоих положил или нет возле тигра? Да, да. Угу. Так вы всей толпой там были, нифига себе, вы злые. А если бы я сидел, кстати, в тигре, меня пошатало РПГ. Поэтому хорошо, что я вышел. Келлиган что-то там в кустах сидит, на медный шарится. Экстазит меня, беги. Да догадается ли взять этот терминал? Я думаю, да. Да тут по-любому будет шариться, но он возьмет терминал. А кто второй сетчел спер? Не знаю. Зян, наверное. Ну, сейчас метка обновилась примерно на Гонзо. То есть в доме человека не убили, значит? Нет. Я, кстати, только одного видел в этот самый. Ну, это же не Хаттаб был. В доме я сидел, мне там рука прилетел, я потом полетелся и пошел на выход. Ну, тут в районе КПЗ что-то вот это, шарился я через БПЛА, видимо. Но у них будут проблемы, если сетчего нет, то это будет прям... Ну, они с РПГ возьмут, а там дальше машину пытаются взорвать, что-то взорвать, где-то они затонируют, скорее всего. Сейчас поедут Келлигана, убьют, и, скорее всего, миссия рубанется по этому. Ну, тем более, метка еще обновляется. В принципе, можно найти. Ай, слушай, так красиво едут. Дым, если, конечно, не перевернуться. А этот умеет. А как по этим переключаться, по людям? А. А, да. Пробел нажимаешь на человека, переключаешься на водителя. А, вот пусть едет на мою метку, там где я походу ставил. А Гонза, я смотрю, уехал. Уваливает по маршруту. Если за карты будет следить, догадается примерно, где все. Ну так они туда едут, в принципе. Да, без БПЛА здесь, конечно, такие догонялки, да. Бесконечные. А, может там ванильный ты выдал просто снаряжение? Может типа через взорвать бомбу, через эдекшн? Ну, ванильный. А, ну, значит он сейчас может взорвать бомбу, когда он сейчас подъедет. Я далеко уже не видит. Хватит. Не подъехали. А он, кстати, да, вон там уезжает не по тресовке. Сменили машинку? Да, блин, на которой взрывчатка стоит. А, они не видят, походу. Не, он посмотрел на нее. Не пойду. Рисковые парни. Они подумали, это заплатка. Ручка новая машина. Они сейчас могут ехать и выбежать на Келлигана, который там по дороге бежит. Что? Это вообще малая вероятность. Но они едут, кстати, так, по сути, параллельно. Хоть Гонза где-то встанет, ну, увидит их, испугает. Значит, может быть, не взяли, да? Или не работает. А, ну вот, не... смотри, метка сейчас показывается на Гонзе, и Гонза сейчас прям на метку проедет. Смотри. Да. Да, вон, они увидели Гонзу, да. Наверное. Его видно. Я его прям очень много вижу. Да-да-да, поймали. Да тут поймал след. Да. Так у него там река его. Летает немножко. Чисто. Пацаны, ралли устраивают. Дакар. Надеюсь, он не будет форсировать воду? Будет. Не, он проедет там. У тебя секунд 10 из двигателя будет. Чтобы двигатель уничтожил. Порядок.
Быстрее, сейчас из зоны выйдет. Он уже не увидит, наверное. Все, ушел из обзора. Обидно. А чё, когда я в свободной камере летаю, у меня заместо ников теперь кружечки показывают. Я как-то кнопку показал. Это исправить. Кто что? Ну, у меня в свободной камере над людьми теперь не ник, а кружок. Да, нажми. О, спасибо. Я уже дотуз написал, сними наконец с тебя. Больно смотреть на это все. Сейчас Келлиган, он сейчас Келлигану приедет. Тони чарится по кустам, тут неожиданно тигр проезжает. Ты что, не слышишь, что сзади машина едет? О. Оба, сейчас он их остановит на эту фигу. Отключат. Они заворачивают. Он отключат. Нет, если они сейчас Келлигана убьют, по идее, то будет такой самый. То они выиграют маленькую плюс. Там один же человек сам, по идее, гонит. Может, они поехали снимать с тебя? Трупика твоего, это GPS. Может быть, кстати. А не GPS, это. Судя по всему, да. И он сейчас опять параллельно с ними там проезжает, только вниз. Да. В русы. Тайминг. Ты меня возьми. Слышал, так видит труп. Чисто фильм. Да. Вышел. Какой из них кто? Нашел. Сейчас терминал возьмет, так это тот самый. QZ нажмет и. Всяко будет вперед. Рулить еще ехать и. Скорее всего, клапан будет вести. Либо они ему траекторию дадут, короче. Траекторию в землю. Тут и самое забавное, по всем моей нарисованной траектории, которую я рисовал для беспилотника, по ней ездит Гонз. Почти по ней. Все. Это непонятно. Ну, давайте управлять этой штукой. Ну, одежда с кого-то с меня пропала. Ну, да, тут не начал мне управлять. А как ты? Ну потому что клапан за рулем. А не начал. Она до сих пор по кругу летает. Может, она разбирается? Не, она. О, полетела, по-моему, нет? Угу. Да, все, по-моему. Нет, она на исходный круг пошла. Да? Да, она вот вокруг этой точки кружает. Они едут прям на этого. А, вот эти штуки. Да, они едут, получается. На Келлигана. Всех. Задавите его уже. Независимые разбитые отступили. Класс. Тупо четко. Тупо тигр непробиваемый, отлично. А я не знаю, меня боты убивали прям с одного ваншота просто. Я не знаю, как они куда стреляют. Непробиваемый.